он, парень, о котором я говорил. Простите, сэр, здесь совершено преступление. Мы будем вынуждены вас обыскать. Простая формальность. Благодарю вас, вы свободны. У меня жена и дети, убивайте меня! Не трогайте меня, пожалуйста! Привет, как дела? Только что вышел из тюрьмы. Очень остроумная шутка, но на это нет времени, Томми. Нужно подобрать парня в рабочем квартале, только быстро. Копы сели ему на хвост, а он этого даже не знает. Где? Он там единственный, кто ходит в костюме. Ты наверняка его не пропустишь. Поторопись, нужно успеть, пока копы его не схватили. Или ему конец, привези его сюда. Ладно, еду, только я вовсе не шутил насчет тюрьмы. Быстро, сюда! Меня послал Лука. Копы тебя ищут. Надо отвезти тебя в безопасное место. Черт, как же они меня нашли? Теперь давай поедем. Порежу! Выбери этого парня! Они вычислили тебя и знают, где ты бываешь. Сегодня они собираются тебя найти и прощить. Я вырежу у тебя на лице твое имя! Моя жизнь висела на волоске. Хорошо, что Том был здесь. Он спас твою шкуру. Спасибо, дружище. Рад был помочь. Ладно, посиди немного. Нам с Томом нужно кое-что обсудить. Ладно. Томми, у меня кое-что есть для тебя. 16-цилиндровый двигатель. Кузов выполнен на заказ. Штучка на эстета. И где мне ее найти? Один плейбой устраивает сегодня вечеринку в Оуке. Там будет множество гостей. И у одного из них есть такая машина, какая тебе нужна. Она открывается так же, как обычная B-16. Но внутри это произведение искусства. Ты легко узнаешь это место. Там стоит много дорогих машин. Отлично, спасибо за совет. Мои ноги! О, господи! У меня сегодня нет ничего для тебя, Том. Я тебя убью! Привет, Лук. Мне нужна мощная машина и побыстрее.
Я как раз собирался тебе позвонить. Мне тоже кое-что нужно, причем быстро. Но машина, которую я тебе предлагаю, того стоит. Чего ты хочешь? Я обещал привезти посылку одному парню, но сегодня никак не могу выбраться. Сможешь сделать это? Ладно, правда, я никогда еще не доставлял на дом посылку. Прежде чем отдать посылку, убедись, что с ним все в порядке. Он должен передать ее еще кое-кому. Если с ним случится беда, провалим всю операцию. А что с ним может случиться? Черт его знает, откровенно говоря. Где мне найти того парня? На пятачке под тем мостом, который ведет в деловой район. Его зовут Дик. Прежде чем отдать посылку, убедись, что за тобой не следят. Вот она. Еще меня зовут Большой Хрен. А, конечно. Лукас просил передать тебе этот пакет. Отлично. Хвоста не привел? Не думаю. Вроде бы нет. Да? Тогда кто же эти парни? Черт! Ну так покажи им, на что ты способен. Ты тоже Большой Хрен. Хреновы отморозки. Я тебя уделаю. Большим хреном не шути! Крепче, чем выглядишь. Ты тоже. Ты это о чем? Так, ничего. Не волнуйся, наслаждайся жизнью. Отлично. Передай от меня привет Лукасу. Господи, Лукас, это было нелегко. Что случилось? Как только я пришел туда, какие-то парни попытались нас убить. Дик, в порядке? Ты успел отдать ему посылку? Да, все нормально, мы вместе справились с ними. Потом он ушел. Слава богу, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Получишь отличную машину. Это американская модель, собранная в Германии. Лучшее, что можно достать. Ладно, это стоит небольшого риска. Где она? Вчера я подслушал разговор одного клиента. Сегодня, примерно в это же время, он поедет от Оуквудской школы навстречу где-то на Центральном острове. Поезжай за ним, и когда он припаркуется, бери машину. Единственная проблема с замками... Но я знаю, что ты-то справишься с ними без труда. Спасибо, Лука, я побежал.